Когда опускаются руки и кажется, что ничего хорошего уже не случится, стоит задуматься. Такое бывало с каждым. Даже с теми, кого сегодня смело можно считать победителями. По праву. С вами Анестезия и честные истории о том, как все начиналось. Все будет хорошо. Как-то раз известный композитор, наш Фарач Караев, во время интервью сказал, что предают свои. Вопрос встречный. А кто этот свой? Кому я позволил, чтобы он стал? Конечно, я думаю, все то, что происходит с человеком, это прекрасно, если даже с негативной точки зрения. Мои ошибки мне дороги. Их совершал я. И именно благодаря этим ошибкам я сегодня являюсь тем, кем я являюсь. То есть ощущаю себя в той или иной форме или в том или ином состоянии. Что я делаю? Отпускаю. Потому что Вселенная, ее высочество, энергетика, скажем так, Всевышний, это та энергетика, которая ничего не делает во вред нам. Я вам скажу, 2009 год, ноябрь месяц, я стою на перекрестке. Выбрать это или это. Я ушел с телевидения. Кто-то хочет, чтобы я вообще не занимался этим делом. Образно говоря, доброжелатели. Я просто отпустил от себя всю эту мысль. Хожу по парку, домой, звонок в телефон. Джейхун, да, это я. У нас к вам предложение. И я лечу в Москву. И потом возвращаюсь в Баку, занимаюсь там теледокументалистикой. Ну, там много этапов я своего рода прошел. Потом телерадиоакадемия Deutsche Welle. А потом звонок из Баку. Мы тебя ждем в Баку. И я говорю «да». То есть возможности человеческие – это такой масштаб, это такая энергетика, что окунуться в себя, найти общий язык с самим собой – это путь, скажем так, достижения гармонии. И при том, что я не медитирую, и при том, что я, к сожалению, редко занимаюсь спортом, не исключая плавание, мой любимый вид спорта. Я думаю, что вот когда я сюда приходил, то есть шел к вам, у меня было очень нагруженное состояние внутреннее. Вот рассказываясь, я сейчас чувствую, как меня отпускает. То есть, как-то раз господин Кончаловский сказал о том, что и японская философия, что каждый встречный является твоим учителем и не имеет значения, какого он возраста. Дай Бог, чтобы всегда мы находили общий язык с самим собой, дай Бог, чтобы всегда мы чувствовали эту отпорную точку для черпания энергетики, энергии. Я думаю, это важно. Успех кроется в деталях, и успех – это мы сами. Главное – поверить, потому что мы – это наши мысли.